Саша представляет компанию Raiffeisen. У тебя доклад посвящен 3D во фронтенде. Доклад у меня называется «Лучший день потерять». Ага. Собственно говоря, он вдохновлен старым советским мультиком. Да? Мой доклад про сборку мусора вообще и в контексте JavaScript, поскольку у нас тут про фронтенд. Я рассказывала про prototype-driven development подход к выработке требований. Я работаю в компании HandFlow, мы делаем сервис для рекрутеров. И мой доклад будет про расширение для браузеров. Я работаю вообще в Яндекс.Картах. Разрабатываю микросервис, который используется и в картах, и в мобильном приложении. Mm-hmm. Слушал твой небольшой доклад про PostCSS, хочется про него и поговорить. И вообще примечательно то, что, как ты мне уже сказал, ты больше 10 лет занимаешься фронтом, правильно понимаю? Да.